Я знаю, ты меня защищала. Тем, что делала. Я пыталась. Я знаю. Но сейчас доверься мне. Мы не позволим темным временам погасить вечный свет любви нашей к Господу Иисусу Христу. Болеют дети. Сколько бедствий нам еще нужно? Что-то дьявольское набило на нас порчу. Мы истово веруем, а Бог любит тебя. Почему? Говори! Надо готовиться к худшему. Мы сейчас находимся под сильным стрессом. С ним что-то не так. Простите, что прерываю. Получилось только у меня. Прошу, не оставляй меня! Господь, благодарим Тебя за нашу семью, желающую жить в любви и согласии. Мы создадим уют в каждой комнате. Я буду там. Это спальня, это гостиная, а вот тут столовая. А это какая? Тебе туда нельзя. Запрещено. Который час, мистер Волк? 3. Который час, мистер Волк? 4. Который час, мистер Волк? 1. За вами охотятся, викарий. Они не из этого мира. Лайнус? Это самый населенный призраками дом Англии. Им не стоит жить там. Может, ты видела что-нибудь ночью? Шепот слышала? Ты говоришь о голосах? Что ты слышала? До Анабель. Это самое проклятое место на земле. Безумие какое-то, он пытается запугать нас. До Амитивилля и заклятий. Дом сводит с ума и убивает каждого, кто к нему прикасается. Лайнус! Мэриан! Зло было заперто здесь. Ради вашей дочери. Останови их! Проклятие. Призраки дома Борли. Это наш единственный шанс. Его нельзя упустить. Нам нужен Конг. Он нужен всему миру, чтобы предотвратить угрозу. Это девочка. Он общается только с ней. Я знаю, что у них есть связь. Ей было некуда идти, и я пообещала защитить ее. И кажется, что в каком-то смысле Конг пообещал то же самое. Годзилла. Опасные времена. Годзилла на свободе нападает на людей, и мы не знаем почему. Его провоцирует что-то, чего мы не видим. Я тоже так считаю. Мифы правдивы. Была война. И выжили только они. Кто преклонится? Только не Конг. А нельзя через парадный вход, как нормальный человек? Мы разрешали тебе встречаться с этим мотоциклистом? Скорее бы исполнилось 18 и свалить отсюда, но... Эй, я еду в магазин. Где твой отец? Вроде на лужайке. Я волнуюсь за него. Он стал часто пропадать в берлоге. Как думаешь, что он там делает? Сходи, посмотри. Нет. Он говорит, там крысы, а мне не хочется с ними встретиться. Пока, мил. Пока-пока. Да, я просто... Эй, повесь трубку, мне нужна твоя помощь. Идем. Чего тебе? Подними это. Давай, взяли. Спускаемся в подвал. Сюда? Нет. Что это за место? Прежний владелец построил бомбоубежище, а я кое-что доработал. Что скажешь? Ну, местечко отстой. Тут даже окон нет. Тебе не нравится? Пап. Тогда мне очень жаль. Что ты делаешь? Папа? Папа? Что ты делаешь? Папа! Папа! Что это? Почему тут мои вещи? Мам, я уверена, с ней все хорошо. Наверное, поехала в гости к подруге. Кто-нибудь! На помощь! Девушка в подвале. Значит, они забрали 20 баксов и старые часы? Мистер Мэнсон, вы пытались им помешать? Нет. У тебя же был шанс, пап. Слышал, у тебя прошлой ночью были гости. Жаль, они ко мне не заглянули. Ну и чё ты их не вышвырнул? Я пытался свести ущерб к минимуму. В натуре? И чё, получилось? Как дела? Судя по лицу, не очень. Я долго себя сдерживал. Но зверь внутри меня рвется наружу. У тебя какие-то проблемы, старпер? Вам конец, ублюдки. Тяжелый был день. Да уж вижу. 12 лет. Я работал на очень опасных людей. Быстро все в подвал. Что происходит? И не звони в полицию. Таких, как я, называли аудиторами. Если ты видел меня у своей двери, жить тебе оставалось недолго. Но я все бросил ради семьи. Стой! Стой! Возможно, я слегка перестарался. Когда ты исчез, за тобой остался неоплаченный долг. И твой кредитор теперь знает о твоем воскрешении. Они пришли за моей семьей. Они украли мой браслет с котиком. Только посмей, тварь! Быстро вернул браслет с котиком! Фигово выглядишь, пап. Видел бы ты остальных. Да кто ты вообще такой? Я? Я никто.